Всем добрый день. Сегодня у нас Bosch. И расскажу вам, как Bosch хочет поиметь ваш кошелек, как он изощряется. У нас электропила представлена по модели АКЕ-35С. Поломка состоит в чем? Нет привода. Электродвигатель весь работает хорошо. В принципе, со слов владельца немного она и проработала. Ну, видим, да, действительно, она не сильно загрязненная. Так, снимаем это всю электрическую часть. Тут, в принципе, все легко снимается. Нам причина состоит в том, что вот здесь находится блок, муфта, так сказать, сцепления. И лопнула торсионная пружинка. Это так есть. Так, выходит иногда. Ну, не иногда, но довольно-таки часто эта пружина ломается на китайцах. Ну, даже немец тоже ломается. Так. Ну что, как на китайце обычно. Разобрал, поменял торсионку. И это недорого обходится. Здесь же, что Bosch придумал, покупать нужно целиком весь этот блок. Числится он у них в каталоге блок, либо муфта сцепления на эту модель. Здесь идет, вот уже заказали оригинальную. Дело в том, что ну, хочется, конечно, китайский какой-то заменитель найти, но его на рынке почему-то не представлено. Даже вопрос к китайцам, почему вы их не делаете. И вот приходится заказывать оригинальную запчасть. Вот такая бумажечка. Ну да, это все зачетно. Да, зачет на хранение, но не зачет состоит в том, что вы хотите поиметь клиента. Кстати. Они одинаково. По нижнему витку не одинаково. Я думал, что слишком загнут. Ну так, такая разработка. А вот так идет блочно. Пластиковая шестерня, нижний подшипник, верхний подшипник, вал и торсионка. Вот так вот. На данный момент у нас январь, февраль, март, стоит 1200 этот узел. 1200 гривасиков. Ну что, делайте, ребята, выводы. Меняется это все довольно-таки легко, беспроблематично. Чик-чпок поставил, и можно уже собирать будет. Вот так вот. Все, еще раз говорю, делайте выводы. Я уже не помню, как по моделям, но именно по вот этой модели, 35-й, вот такой применяют они изощренный способ поиметь ваш кошелек. Все, всем пока-пока, пускай ваш инструмент не ломается. Так, расскажем немножко, как оно все здесь работает, ну, как сцепление. Вот, видите, когда ее разорвало на две части, то получается вот шестерня привода идет, и она обходится. То есть привода на вал, где одевается сама звезда и передает движение уже на цепь, отсутствует. Здесь две части, раз. Часть вала и вторая часть из двух частей состоит, и их соединяет вот эта торсионная пружина. И вот так она пришла в негодность. Ну что, в принципе, по электрике, да, работает. По маслу насос тоже практически не выходит из строя. Но вот здесь, конечно, дорогостоящий узел. Очень.